отбор 48-64. Ну и, соответственно, юниорский отбор. Здесь, правда, юниоров нет. 49-84. Но эта цифра нам будет интересна в следующем заплыве Б. Итак, Морозов сразу же со старта имеет небольшое преимущество. Высокий темп. Легкая посадка над водой. Последние метры по традиции Владимира могут быть проблемными. И вот здесь, если кто-то окажется рядом, может претендовать на то, чтобы не проиграть сегодня Морозову. А так пока чуть ли не корпус преимущества. Из 23, по-моему, по ногам выплывал Морозов первый полтинник. Ну и вот начинаются проблемы у Морозова. Корпус остается, но начинает догонять Изотов. Это хорошо заметно, но тем не менее Морозова хватает. 47,75. До рекорда страны около 0,2. Естественно, выполнен норматив. Смотрим на Данилу Изотова. 48,31. Это выполнение норматива. Третьим сегодня был Гринь.